My mind's a riding Ferrari, light and chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms, had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get sober like Miss Daisy. Fuck you pussy. Всем привет! Сейчас я хочу убить одного культиста, который находится в этой группе «Серебряная жила». Зовут Эвбейский кентавр. В принципе, он находился довольно далеко, вот в этом вот Эвбее. Я здесь еще ни разу не был, мне пришлось, чтобы до него добраться. Да нет, я был тут, походу. Или не был? Нет, я тут не был еще. И мне нужно убить этого культиста, чтобы выполнить задание на копье. Копье Леонида. Мне тут осталось всего одного культиста грохнуть. Я решил начать именно с этого. Ну, раз уж убивать культистов, то по порядку. Группы. Только вот есть одна проблема. Он показывает мне куда-то вниз. И я не догоняю, куда именно. Тут, наверное, где-то есть пещера, да? Давай попробуем вот эту точку сейчас. Посмотреть, что там находится. Может, тут пещера. Блин, надо на всякий случай птичку запустить. Но врагов здесь нету. Ну ладно, тогда сейчас возьмем остракон этот. Нужно быть осторожной. А чего осторожничать, если здесь никого нету? Так, сокровища тоже забрали. Когда сейчас соберем вот эти сокровища, попробуем пойти на другую точку. Может, там есть вход в пещеру? Ведь это же по-любому должна быть пещера, раз он показывается где-то снизу. Да. Так, сейчас глянем. Где вход? Вот какой-то. Вот это, судя по всему, и вправду есть пещера. Это где-то он там. Или это не пещера, это шахта. С кем ты там воюешь? Ладно, без разницы. Не мои проблемы. Так, это какая-то у нас шахта, заброшенная шахта, да? Так, надо сохраниться, пусти птичку. Придется сейчас, значит, с ними воевать мне, чтобы добраться до этого самого культиста. Еще один пропущенный. Давай сейчас. Птичка. Помечай мне все, что есть. Все, что можешь пометить. Ага, вон они. Пометил он их. Молодец, птиц. Можешь, когда хочешь. Ну что ж, надо начинать тогда. Блин, только их многовато там, я смотрю. Надо бы сохраниться. Так, с кого начнем? Ветера главаря разбойника, освободите узника, заберите сокровище. С кого начать? Он с того челик. Это не то взял, вот. Что-то я боюсь рисковать так сильно. Ну, давай, прыгай ты. Что ты тормозишь? Так, если я здесь сейчас вылезу, он меня заметит. Этот челик. Уверен, его надо грохнуть. Только как бы мне вот так грохнуть, чтобы он меня не заметил. И никто другой меня не заметит, чтобы. Блин. Все, я запалился. Я определенно что-то видел.
видел. Блин, зараза, я запалился. Ох, я смогу? Нет, не смогу. Там собака меня запалит. Полюбасу. Вот это тоже смотрит как раз в эту сторону. Не, они как-то все неудачно здесь расположены. Я смотрю. Блин, я запалю сейчас. Ай-яй. Собака пасет. Получится, нет? Ну ладно, если что, переиграем. Блин. Нет, я думаю, это плохая идея. Так, ну тут меня муж. Все-таки он меня палит. Они все меня палят. Блин. Слышишь, дубина? Хватит! Он меня палит, точно я уверен в этом. Ну, блин, а нафига? Все не весело. Хотя, в принципе, нет, мне надо их убить все-таки. Потому что у меня есть еще одно задание на разбойников. Да, есть, я знаю, что есть. Кажется, ничего. Сука, он тоже ушел. Блин. Блин, блинский. Это они все неудачно стоят. Оба. А получится, нет? Блин, ну хоть одного я смог убить. И то радует. Блин, это собака все-таки. Она-то точно меня может запалить. А, не запалила. Блин. Так, а ты куда сейчас станешь? Ты меня заметишь? По идее, не должен. А, он что, баньки ложится? Ты же баньки ложишься. Вот ложись, что стоишь-то. Ну, блин, а. Чудной какой. Что там, встанете теперь вдвоем? А тот куда идет? Ну, зараза такая. Вы определитесь, а? Встаньте все в одном месте. Так, собаку уж. Ты, он что, издевается? Не издеваются. Ну-ка, попробуем сейчас вот этого грохнуть. И как никто не видит, а? Ой, зачем я это подобрал-то? Мне это не нужно. Блин, а как его? Ага. Так, ладно. Тут внизу кто не появился, пока никого не появилось. А, так, вон те двое в одиночку сидят. Но тот, может быть, скорее всего, не враг. Да, тот, скорее всего, не враг. Ты чё падаешь-то, а? Не падай. Так, прошу прощения, пришлось сделать небольшой перерывчик. Так, вот тут меня может сейчас заметить.
Давай сюда встанем. Вот. Вот так. Блин. Блин, я запалился. Блять. Я тебя не знаю. Зараза. Чуть было не было. Чуть было не было. На того, если я поводу, я его с одного раза-то убить не смогу из укрытия. По-любому не смогу. Так. Блин. Ну, попробуем внимание вот этого привлечь. Кто-то привлекает мое внимание. Надеюсь, собака это не привлечется. Привлеклась. Так. Получше сейчас собаку тихоря убить. Тихаря не получилось, но я ее убил. Так, теперь вон с теми надо разобраться по порядку. Глава и будет последним надо. Говорю, надо разбираться в последнюю очередь. Я в этом уверен. Запалят. Ладно, повоюем, фиг с вами. О! Тогда у меня отличненько получилось. Так. Этот меня запалит или? Или он мне не враг? Этот, походу, мне не враг. Ну давай попробуем сейчас со главаря. Не дых, повоюем с ним. Так, давай. Все, убили капитана. Отлично. Капитана мы грохнули все-таки. Так, теперь надо все собрать, облутать. Блин, долговато я что-то убиваю этого культиста. Так, мне что еще по задачам? Освободить узников, заберите сокровища. Узников мы освободим, конечно, а где сокровища еще? Так, один. Я не знаю, как отблагодарить тебя. Заплати. За свою благодарность. Блин, где же еще-то? Сокровища. Здесь нет никаких сокровищ. Может, они там внутри? Будем считать, что они там внутри, так надо сохраниться. Сейчас-то выйдем в зону вот так вот. Быстрое сохранение. Ладно, побежали тогда. Может, там эти сокровища находятся? Но в любом случае мне нужен культист. Да, там одно... А, да, вот они, оба сокровища. Культист и собака. Удастся не спалиться. Так. Нет, с культистом мне, походу, придется повоевать. Или можно как-то его... А, хотя кого? Нафиг, ладно. Экшон. Сейчас, надеюсь, я справлюсь.
Так. Так. Так, собачку мы завалили. Эх, ты ж, сука. Ах ты ж, сука. Такая. Так. Ах ты ж, уворачивайся. Так, давай бей. Да ты бей его. Так, так, так. Ауч, ауч. Как больно. Давай. Эй, 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 это ты как ты меня ударил-то? Ты как меня ударил? Так, давай, быстрее разворачивайся. А то мне не хватает времени-то. Давай, вот ты тупая дура. Почему толка-то от этого замедления, если фон не, она не успевает им воспользоваться, этим замедлением? Добить наверняка. Все. Культиста мы добили. Судьба настигла тебя. Ага. Так, меню культистов открываем. Ну все, он повержен. Теперь добавилось чуть-чуть информации об этом их главаре. Надо будет вот этого и вот этого. Вот этого я, правда, не знаю, кто такой. Надо будет потом информацию по нему искать. Снаряжение. Ну, там их хлам всякий нашли. Да. Экс. Это мы взяли вот это, да? Точно, это вот это мы взяли. У меня же из этого комплекта еще есть. Да, вот еще. Так, задание-то выполнено, нет? На улучшение копья. Да, можно улучшить копье. Сейчас мы тогда, значит, вот это закроем все. Да, еще вот это сокровище. И побежим улучшать копье. Все, побежали. Улучшать копье. Давай быстрее бежи. Беги точнее. Беги, бежи. Кто знает, как это правильно сказать. Оба. А ты кто такой? Теперь тебя ждет только... А ты за что это на меня нападает-то? Ты кто? Ты кто такой вообще? Какого хрена ты на меня напал? Я же всех тут поубивал вроде бы. Странно это дело. Странные чудеса творятся. Откуда ты вообще вылез? Так, все, теперь мне надо улучшить копье. Погоди, а задание-то мне засчитали, нет? На этих, на разбойников. Походу нет. Вот, охота на разбойников. Нет, здесь мне это не засчитали. Ну да ладно, фиг с ним. Мне надо кузницу. А кузница у нас где? На Андресе. Да, это мне надо вот сюда. X. Перемещаемся. Ну все, побежали, сейчас улучшим копье по-быстрому. Как тут темно. Давай, иди куда-то.
Ну все, боты отличненько. Сейчас посмотрим, что там нам это дало улучшение. Задание выполнено, улучшите копье. 12 500 опыта. И получено новое задание. Нет, еще не получено. А сейчас будет получено. Да. Давай поглядим. 9 штук надо собрать. Ну, это, думаю, я соберу их. Да. Снаряжение. И сейчас глянем вот это вот. У меня все. Способности. 8% к запасу здоровья за каждую потраченную чайку адреналина. Максимальные... Максимальные чеки адреналина 7, максимальные способности 2, разблокирован второй селектор способностей. Ну что ж, все. Задание выполнено. Копье улучшено, культист повержен. Осталось еще 2 культиста из этого команды. Ну, продуктивнее, хотя я думаю, быстрее справлюсь.